мага измерил? Магма, а сдой сюда. Мы же измеряем. Вот ты похуй. Шесть штук открыл, которые не сработали. Взял, все испортил. Я вам помогаю. Спасибо, спасибо. Обсоболево. Ну, он синяк вылез, но в целом нормально. У меня первый раз такое. Ну, что-то с пальцем. А знаешь, первоначально он просто, ну, после борьбы, я почувствовал что-то, какой-то дискомфорт. Смотрю, он прям надулся. Я думал, может быть, пчела укусила. Ну, обычно от такого бывает. Ну нет, сказали. Да. Не, нормально. Просто синяк вылезли и все. Я знаю эту работу, мы же работали уже. Ну, с мячом работа, да, 15 секунд бежишь, 30 секунд отдыхаешь. Так, нагрузимся. Юба! Да. Там же еще мяч надо вести. Серьезно? Там же не просто так бежишь. Серьезно? Я просто в курсе. Там бежишь с мячом, обводишь эти по центру. Бежишь пас. А темп такой? Темп такой, что... Комфортный? Ага, комфортный. Да. Там будут конусы. Вы не можете сверху над ними, поэтому внимание, обводим полностью. И здесь взрыв. Давай. Чуть быстрее. Уже, да, взрываемся. Последнему делаем и в центр. Кто сделал в центр? Макс, не мешайте уже. Кто сделал в центр? Кто последний будет в центр? Дальше. Обращаю внимание, да, устаете, начинаются фальстарты огромные, передачи кое-как. Терпите. Соперники вас жалеть не будут. Все обводим, все! Быстро, муха! От конуса пас! От конуса пас! Прием в шаг! Шаг обязательно в шаг, прием, как в игре! Быстрее здесь! Скоро! Каждую держим! И снимает, вообще умру. Макс,
9. Макаров, Самошников, Зубнев. И там уже передыхаешь, потому что, да? И там вот пережить этот момент. Самое сильное, когда ты бежишь и... Я на Джику смотрю, думаю, блин, главное обогнать его. Я Джика сейчас догоняю. Кузяев, Кудряшов, Караваев. Ну, пожалуйста. Там уже медленно, там 14 было. 5 минут прошло. Да, Артём завёлся, супер. Быстрее, 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 Игорь, не уступи здесь! Быстрее! Че, это тяжело? Чего так дышится? Чего? Это тяжело, что ли? Так. Пустяки, да? А? Пустяки по сравнению с чем раньше было. Главное, хорошо тест показывает. Плюс есть отдых. Супер! Вот я тут соврать, все на максимальной скорости. Давай, давай, дышим, Саша! Все на максимальной скорости. Сердце правильно работает, все. Хорош, Дим, то же самое. Все, спасибо. Только не снимайте пока. Именно на усталости закладывается что? Рефлексы. Рефлексы, двигатели, работа с мячом. То есть когда футболист встает, он начинает работать на рефлексах. И если правильно вот, ты заложил вот здесь все это, на усталости работа с мячом, понимаешь, да? Да. То и в игре ты на усталости будешь правильно... Согласен. Варя, играй! Не играет квадрат? Буху забирайте её! Витя, снимали это? Муха, можно заканчивать эту игру! Еще два. Так, пара должна быть. Не-не, два раза. Да не, куда они сейчас? Куда будем? Муха, уходи! Муха, какой подвиг? Можно? Играй! Спокойно еще! Еще! Зюба! Воздух, держи! Рифович, держи! И внизу, и вверху! Мухин, сегодня три получил между, особенно когда ему Юрич кинул. Кидают Рифату. Кто кинул? Ты Рифату? Мага Рифату кидает между, разворачивается, тут же Юрич Рабаченко между кидает Мухи. Ну еще потом два раза Мухи кинули. Я и... и Мага. Он в подкате летел. Короче, прошло посвящение. Как сказал Баринов, это там ни с кем-то играет, там непонятно, где он там играет. Рослав вообще Юрич. Не заходит, говорит. Рослав Юрьевич усилил? Да, в порядке. Прям видно класс, человек вот. Старая школа. Юрьевич тот хотели кинуть, но он предупредил, чтобы такого никто ни себе не позволял. Что, есть резервный список. Да, чего никто не отменял. Попадаете в ворота, я делаю 10 кувырков. Если нет, то вы 5. Очевидно, что я не попаду. Бля, у вас на сторону не смотрю. Можешь просто попросить один раз кувырков? Эдуард Николаевич, да, раз, два, да, три. Браво, Докторе, браво. Коля, в контакт. Да,
Жень, дай мяч Дзюбе. У нас также 10-5? Миша, 10-5. Не, я-то тут при чем? Я сыграю, или нет? Я не сыграю. Если он попадет, он не попадет. Он же куркнул. Человек 200 мячей забил, ты попадешь? 203 на секунду. Нет, он же сейчас тренировался. Так, ребят, давайте так, подожди. Или играем, или я просто... Если что-то умеешь, нельзя делать это просто так, понимаешь? Ребят, спасибо. Жень, посмотрим. Я что, я сегодня не сомневаюсь. Могу просто? Я в Артеме не сомневаюсь. Могу для вас. Не было, никто не спорил. Давайте мы спорим, давайте я ударю. Нет, кроссовки. Вы-то думали, ты футболист, дай, пожалуйста, с понятиями, а? Давайте быстренько, на кого работаем? Поспорь, поле укатать надо. Нет, давай. Когда ты не придешь, да. Скажи, что я попозже потерял. Тут спорит, то нет? Да мы все увидели уже первый раз. Что спорить? Вы не спорите. Евгений Михайлович будет контролировать. На мячах зажимаем коленями мяч и держим баланс. Сколько еще? 5 секунд. Да. Да, все. Совершенно верно. 3. 6. 8. 20. 20. Нет. У тебя интернет нет? Есть. Вот, да? Вот это истеричка, вот это все. Вот, прям по очереди запускай, нормально. Уже сели, поужинали, выспались. Сегодня была нагружена тренировка. Все хорошо и принесли. Готовимся к вечерней. Почему он дома? Мама у тебя целует, говорит, что любит и ночами обнимает. Все сближены. Что ты делаешь? Ты не знаешь, но я хорош, супер, умница! Надо. Я просто щит боюсь пробить. Вытащил. И спокойно возвращайтесь. Алло? Работаем. Ничего работает? Один удар. Только один удар. И у меня один. Кому воды? Да ну не. Хорош.